Парад ретро-техники в Санкт-Петербурге в Музее железных дорог России собрали классические советские, английские и американские автомобили 50-х-60-х годов прошлого века. Подробности у Ирины Мокрицевой. Чехословацкая машина «Татра» на фестивале ретро-автомобилей впервые. В советское время такие называли социалистическим «Роллс-Ройсом». Купить их было невозможно. Машины поставляли в министерство или выдавали за заслуги перед государством. Особенность автомобиля, что он заднемоторный с воздушным охлаждением. Еще одна новинка на фестивале – латвийский RAV-2203. Это один из первых выпусков 1983 года. На таких в советское время ездили бригады скорой помощи, сотрудники милиции и таксисты. Нашли его в Истре. В Истре. Холодная зима, 17-го года, минус 30. И поехали мы туда за ним. Выдернули с сугроба. Вот, и на нем своим ходом сюда и ехали. Ни одна печка не работала. Ехало-то страшно, в фуфайках, валенках, но доехали. Любители ретро-техники собираются вместе каждую весну. Все автомобили приезжают своим ходом. Сегодня на площадке перед музеем около сотни машин. Владельцы рассказывают посетителям особенности авто и разрешают сфотографироваться. Ирина Мокрицова, Дмитрий Кундрюков и Владимир Андреянов. Мир 24.